еще ты не произносил такой изящной речи. Все это прекрасно, но, может, вы и мне, наконец, дадите высказаться. Я предлагаю выпить за Снауда, за его мужество, за его умение не забывать о долге, за науку и за Снауда. Наука? Чепуха. В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность, и гениальность. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. Выпьем за Гибаряна, за память о нем, хотя он и испугался.